Да, коллеги, доброе утро. Пожалуй, один из самых экстремальных способов встретить новогодние праздники – это стать любителем зимнего плавания. Недавно в городе, в Евпатории состоялся ежегодный заплыв, и таких единомышленников, как их еще по-другому называют, моржей, у нас в детской здравнице уже насчитывается десятки. И сегодня в нашей студии Татьяна Щедрая. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не раз становились героем наших новостных сюжетов, и все потому, что утро у Татьяны начинается не с кофе, как это привычно говорить, а все-таки с принятия морских ванн. Расскажите про заплыв, который произошел накануне. Что это за мероприятие? Сколько людей пришло? Нас приглашала Заозерная, поселок Заозерная, чтобы мы провели мастер-класс, провели день здорового образа жизни, показали, как приходить к моржеванию, как заплывать, рассказали. Всем понравилось. Теперь мы ждем новую ячейку нашего моржевого общества к нам в гости. А сколько лет вы занимаетесь вот таким видом? Я занимаюсь уже 15 лет. Я также увидела, как люди более старшего возраста, чем я, купаются на набережной. Подошла, расспросила. Мне понравилось. И думаю, почему бы не попробовать. И все началось легко, с лета. Сначала летом купались. Потом перешли на осень. Погода не смущала. И остывали вместе с морем. Это, поверьте, совершенно несложно. Главное поверить в это, в свои возможности, способности, и с лета начинать это щадяще, без всяких осложнений, с теплой воды, с комфортной, и переходить постепенно, остывать с морем к более холодной воде. Татьяна, скажите, а что это, закаливание, здоровый образ жизни, или это уже переросло в зависимость? Нет, это здоровый образ жизни, мы так говорим, но зависимость хорошая, можно сказать. Это здоровый образ жизни. Во-первых, это и зарядка, отказ от всех вредных привычек, то есть здоровый образ жизни. Пробежка, велосипед, то есть ты физически делаешь какую-то разминку, это большой плюс для всех органов и систем нашего организма, и затем купание завершает эту процедуру, это очень благо для организма, поэтому я считаю, чем больше таких людей будет, тем меньше болячек, лекарств и обращений к врачу и в поликлинику. А как вы относитесь к тому, что вас называют моржами? Да нормально относимся, пусть называют как угодно, главное, нам нравится, нам хорошо и комфортно, это и иммунитет, и бодрость, и здоровье, и хорошее настроение, и позитив. Знаете, иногда смотришь одетый на моржевание, холодно, а как же вы все-таки заходите в ледяные ванны морские? Спокойно мы заходим, это адреналин. А подрастающее поколение в клубе у вас есть? У нас есть было подрастающее поколение. Сейчас внуки у нашего поколения подрастают. Думаем с внуками проводить сначала закаливание, а потом воздушные ванны, а потом переходить уже к водным процедурам. Есть такая мысль. То есть определенный алгоритм действий, да? То есть не сразу в омут с головой, как говорится? Да, совершенно верно, совершенно верно. Что нужно пройти? Сначала постоять, немножко у берегу, а потом уже все-таки через сначала какое-то разминка, сначала зарядка все-таки должна, потом воздушная ванна для начала. Это какой-то период должен предшествовать уже непосредственно с купанием. Разминка, воздушная ванна, опять на следующий день разминка, воздушная ванна. А потом купание. Все зависит от времени года. Еще раз хочу повторить, если это лето, то можно завершить и купанием. А если это более прохладный, кто-то осенью приходит. У нас даже есть люди, которые решили на нас, посмотрели 2 января. Есть девушка одна, которая с 1 января на ноги помочила, а со 2 начала купаться и купается до сих пор. Но это редкие случаи. Я все-таки призываю, чтобы это с лета, без последствий все-таки. И если все-таки с лета уже есть такие люди, которые пробовали себя, то прийти к вам можно на рождественский заплыв, да, который состоится уже 7 января? Совершенно верно. К нам со всего города приедут со всех городов Крыма наши моржи, это около 200 человек, и вместе с единомышленниками мы проведем заплыв. Татьяна, спасибо большое, что нашли время к нам прийти. Мы желаем вам здоровья в первую очередь и всегда рады вас видеть в нашей студии.
Стоит отметить, что Татьяна сразу после нашего эфира будет заниматься своим привычным делом, пойдет принимать холодные морские ванны, что мы с вами, коллеги, позволить себе не можем. И не только потому, что впереди еще утренний эфир, а все-таки нужно подходить к этому с головой, с умом и понимать, что закаливаться нужно в течение всего года. Коллеги, я передаю вам слово.